Опа, я снова здесь, друзья. Все, вернулся, сижу, студия КССЛ ТВ, с вами Слэм, и мы смотрим Фнатик Лигу. Финальный, завершающий день, матч за третье место. Команда Very Games против команды Anexis. И они между собой сейчас разыграют, ну, я бы не сказал, что почетное что-то, но небольшое количество призов. И я попрошу все-таки одну секунду. Не буду, подожду. Просто я думаю, что еще где-то вот два вот этих вот дрели сверла сейчас пройдут через стенку, да, и я просто встану и пойду наору на чувака, который это делает, потому что это уже не смешно. Хватит сверлить стены. Люди работают. Итак, я просто решил никуда не идти, я решил просто покричать, может, услышит меня, а может быть нет. Ладненько, ну что, здесь ВГ стоят, Анексис стоят, я жду рестартов, вы ждете рестартов, я не понимаю, что происходит и почему админы все еще не сделали. Вообще ничего не ясно. Это какая-то жесть. Это какая-то жесть. Короче, Anexis не хотят начинать. Very Games уже готовы начать. Ждали Смитса. Полчаса ждали чувака. Вообще, по правилам, например, того же StarLadder, 20 минут техническое поражение. Ну, здесь матч за третье место. Делают, конечно, исключение, но... по-моему, со стороны команд это неуважение к зрителям. Как бы со стороны... Ну, просто полное. Вот сидеть и выжидать. Ну ладно, на геймгане было хуже. Так, ну и Life написали. Сейчас, значит, начнется Knife раунд. У нас здесь дилей на GoTV примерно где-то 90 секунд. Но если верить последним данным, которые мне давали, то это где-то 120 секунд. Такая вот жесть. Такая вот жесть, друзья. Такс, и... Первая карта Нюка. Вторая карта, друзья, Мираж. Вот на Мираже Anexis могут перевернуть. Здесь, конечно же, все решит выбор стороны. Я вообще не верю тут в Anexis по одной простой причине. Подраться они могут. Подраться могут, но навязать свою игру, пытаться там доминировать и уничтожать вряд ли у них получится. Просто тут ВГ должны казнить, карать и все такое. Ну, ВГ не нип. Вообще, напомню вам, что команда Very Games на этой карте отхватывала много-много раз. Итак, рестарты. И должны начаться сейчас ножи. Вот прямо сейчас. Я жду. Да, вот он пошел. Конфиг. Как описать команды, я даже пока что не знаю, потому что мне вот очень-очень интересно. Кстати, чего вот это вот за призрачные модельки в начале раунда? Что за призраки вот после обновления? После обновления в CSGO вообще пошел какой-то хаос на серверах. Сервера упали, сервера легли. У кого сервера стояли на каких-то там супер штуках настроенных, ясно, чем закончились. Так, Life Knife, и чё? И чё? И почему на... Ну, нормально, смотрите вот на этого пацана, да? И вот на этого. Просто это два самых неслоупока в команде Anexis. Как бы, не, ну по поводу ника все нормально, но вот по поводу Глейва это вообще жесть. Когда в чате написано Knife, он бежит просто на рамп, встает там с пистолетом, стоит и ждет. По-моему, кто-то сегодня что-то употреблял. Возможно, Anexis проиграют именно поэтому. Но это все шутки шутками. Ладно, друзья, так, где твой напарник-комментатор? Меня спрашивают, Тафы сегодня нету, я не знаю почему. Ну, человек, наверное, сейчас отдыхает. Возможно, отдыхает, а возможно, придет на финал и всех нас порадует. Чего я еще не хочу, но попозже... Узнаю точно. Ладно, здесь давайте смотреть. Very Games, Anexis. И пока Anexis берут и вырезают пимса, давая Very Games выдохнуть спокойно. Но команда, несмотря на численное преимущество, как видим, продолжает уверенно стоять в 50 хп. И 1-0, короче, за Anexis на ножах. И это, естественно, игра за защиту. Ну, Глейв пишет стей. Ему, наверное, сейчас просто ответили. Спасибо, капитан. Адмирал. Адмирал, очевидность, рестарты. Ну и первый пистолетный между французской командой и датской командой. Ух, вообще Very Games очень хорошо отыграли свой групповой этап. Выход с первого места с группы, попали в полуфинал. Имели возможность насладиться своим будущим соперником. Имели возможность проанализировать своего будущего соперника. Но вот в официальном матче, полуфинальном, они все-таки уступили команде Virtus.pro и упали. Упали от их рук. Упали от их рук. Кстати, еще разочек про Нюк, команда Anexis, что хотел вспомнить. Они же играли его с нипами в полуфинале. Также, кстати, да, и прошли оттуда из стыков. Так вот, выглядели уверенно, но нипы там играли более-менее расслабленно. Ну и у Пакау минус один, у Anexis встанет на пистолетке. Глейва отрезали, самый молодой, видимо, персонаж, вот как я понимаю, в этой команде. NBK додавил ника. Вот без NBK, что бы сейчас делали, непонятно. NBK еще взял, уничтожил Нелли. Смитс отрезает хелп с каналки, суппорт упал. Пимс последний. Ну все, вот к
Кричи, кричи, прощай, кричи, пока, у пимпа. Ой, он тут еще, посмотрите, как запулил по Смитсу, что тот улетел. Но одному здесь что-то сделать вообще невозможно. Просто невозможно. Ну, он попытается на бонус сыграть, как, видимо, идет через рампу. И, возможно, с 0 попытается отрезать. Но его там ниндзя ждут. Вот я думаю, что его там будут ждать все-таки 3-4 ниндзя. Ой-ой-ой, там вообще с нуля ждут. Все, радио услышали. Инфа для будки, инфа для нуля. И... Ой-ой-ой, Existence встал, завтыкал так. Но это либо повис, либо что-то еще случилось. Ну и тут, как видим, два чувака на него просто вышли и закрыли. По-моему, Existence просто так стоял, как я понял. Неясно, вот он АФК или нет. Но давайте посмотрим за ним. Вообще паузу на сервере надо ставить. В конце раунда было. Если АФК. И, судя по всему, нет. Не АФК, все нормально. Все нормально. Ну и на деньги сразу смотрим. У Very Games, естественно, все хорошо. Кстати, по пингу 55, 47, 26, 2. Вот Нили 22. Вот Нили должен уничтожать с таким пингом. Ника 47. Хотя у Ника никакой проблем особо из-за пинга не было. В последних встречах он себя очень плотно показывал. И уверенно. Ну, а я, наверное, пока что попытаюсь найти немножко статистики. Оставить можно, наверное, тут даже автодиректор, потому что против Эка игра будет не особо выразительная в исполнении ВГ. Это будет, ну, улица с укреплением, как бы ни больше, ни меньше, да. И давайте посмотрим, что же у нас было интересного в матче Anexis против команды NiP. Я сейчас нажму и посмотрю. Так, DDoS 2. Не, с DDoS 2 там все понятно, а вот почему-то здесь не показан нюк, и это весьма странно. Весьма странно. Healthwork просто издевается надо мной сегодня, но это не в первый раз. Не впервые. А, вот, нюк, и почему-то нюк ВЕ. Вообще странно, что нюк ВЕ. Так, ну что, смотрим, там у нас как бы Anexis... Ну, Anexis неплохо зашли, но топ-3 вот в матче с НиП они отдали, как бы, да, топ-3 по рейтингу. Там в рейтинге Forest, Freiberg, Gidrite. Ну, мы видели, что делал Freiberg. Вообще, у НиП с Anexis игра была такая, что основные-то вот бомбардиры, типа Forest и Gidrite, они не очень жестко убивали. А товарищ Freiberg неплохо набрал и сыграл 23 на 17. Это лучше, чем Gidrite, который сыграл, в свою очередь, 22 на 20 против Anexis. Ну, и там была очень выразительная игра в защите, крепкие установки в атаке, немножко дисциплины, конечно же, ну и ряд ошибок, скорее даже не ошибок, а просто каких-то недосмотров. Но не реализовывали вообще косяки своих оппонентов, очень-очень легко и свободно себя чувствовали, действовали очень четко. Не давая вообще Anexis выдохнуть в том матче. Здесь немного другой соперник, немного другой стиль игры. Но еще один интересный момент. Та же команда Very Games уступила недавно команде NiP. И кто помнит ВГ, кто помнит, это было в рамках ESEA лиги. И если вы видели эту встречу, то вы должны прекрасно знать. Ой-ой-ой, вот это вот, конечно, сейчас был фраг на 100 миллионов долларов просто. Тупо в дверь. Тупо в дверь, взял выстрел. Вот даже непонятно, видел он соперника или нет. Ну, Нили пытается так легкий прессинг спам прострелами сделать на рамп. Вот влетает фейк дым, влетает флешка на Нили. Он дает инфу. В этот момент происходит прокит аплента. И, как видимо, Very Games играет все-таки верочку такую на открытие. На плент Existence тут кукует. Стоит МСЛ, просто съел журавля и подавился. Погиб, остался последний Нили. И у Very Games на первом девайсном вообще все без проблем получилось. Ну, это был первый девайсный, кстати, для Anexis. Он был очень важный, потому что... Very Games сейчас, наверное, столько злости скопилось, как бы. Не то, что злость, они просто обязаны здесь попасть в топ-3. Это турнир, который должен... Вообще, это, по-моему, первый турнир для них в этом году, если я не ошибаюсь. Да, это первый турнир для них в этом году, такой полноценный, да, в течение... Ну, пускай в интернете, да, пускай в течение 2 недель он проходит. Но в целом-то, все именно так и есть. Та-дам! Ну и Echo Anexis. Одно. Ну так вот, в том году Very Games запомнились нам как топ-2 команды мира. Они сделали замену, у них ушел РПК, и вместо него взяли молодое, скажем так, дарование, которое уничтожает это скрим. Кстати, недавно с какого-то французского лана или что-то вроде этого я посмотрел парочку хайлайтов от скрима и был вообще поражен на этого чувака, потому что, ну, невероятные вещи вытворяет. Вот, вы знаете... Если бы этот чувак, ну, не поиграл до этого там в топовых командах в Сурсе, не поиграл до этого вообще как бы на ланах, а начал бы только-только свою деятельность, то в интернете бы его уже забанили, наверное, раз 5. Хотя я думаю, его даже бы ВАК-система забанила, и кто-то уже жаловался на него. Ну что, укрепление на рампах в лице 3 игроков защиты у Anexis, Ника, Нили, звено падает и уходит на 9-ку.
нас игрок защиты. Ответственный за это, за все дело, Глейва забирает в длинном. Ну и по факту нижний плент разыграли. Но не спешат в регейм, стараются до стрельбы дело довести. У МСЛ, кстати, есть авик, и он, наверное, не испытывает сейчас энтузиазма и полного желания отдать его. Но, тем не менее, занимая каналку, погибает от позиции Смитса. Ну, тут игрался сплитс, он, видимо, хотел зафокусить на вилку, но его в этот момент проживали просто с каналок. Пимс минус Смитс. Ну, вот господина Слоупока забрали. Слушайте, в регеймс как-то быстро начали набирать. Вот 5 раундов буквально за... У меня такое ощущение, что сейчас карта закончится в течение, не знаю, где-то 12 минут, что-то вроде этого. Так. ВГ. На бомбе. Ну, какой-то пим, знаете, неразговорчивый. А, ну, подрезал, смотрите, подрезал экзистенс. Второй штраф, кстати, для него уже в этой половине. Ну, первый штраф был на пистолетке, когда он стоял на нуле, видимо, отошел куда-то от компьютера и решил не продолжать играть. Вот второй штраф от Пимса. Ну, неплохо сыграл Пимс. В общем, выжил максимум из ситуации. Ситуация была никудышная. В лучшем случае можно было убить одного, и тебя должны были сразу... По сути, тебя должны там сразу были разменять, потому что ситуация-то как бы на бомбе, но... Размена не было, позволили Пимсу уйти, засейвил АК, вражеский АК. Ну, трофейный девайс, конечно, поприятней. Приятней осознавать. Давайте смотреть на ВГ. Не идут по улице, разыгрывают через ноль. Вот кто помнит, в том году команда Very Games сыграла через улицу. Вчетвером одного оставляли НБК в нуле. Он там путешествовал по текстурам и по радио, и по всем прочим няшкам. Тут, как видим, хорошая граната от Глейва. Ну, результат, она не особо результативная, но в случае пуша бы сработала на ура. В ответочку Existence уже подготавливает. Моменталка на упор, граната за ящик. Пытался вроде бы как Existence текстуру увидеть сейчас, но не увидел. В итоге Existence спокойно выходит. Рам видит вилку, ставит сразу пачку. Глейва не видели чувака за ящиком. Спокойно, свободно действует Existence, но его никто не прикрыл. Игрока защиты закрыли все-таки. Скрим. Эх, Скрим в звене сыграл внимательно, вот, но не реализовал свой шанс, ему надо было давать минус, но он этого не сделал. Ну, попал по Кеннису, хорошо, но разменяли. Ну и МСЛ, Ника вдвоем, 2 в 4. Пока очень пикантная ситуация для МСЛ, если выстоит сейчас каналки в свою пользу, то может все получиться. Но численное преимущество команду Anexis не то чтобы пугает, оно их вообще деморализовало, и ребята, по-моему, сейчас пойдут засейвят. Ну, вот тут у МСЛ уже проблемы с сейвом, как видим. Его просто отправили на тот свет. Ну, теперь он точно ненавидит эту дверь. Прямо ненавидит. Ну и еще один раунд за Very Games. Пока от Anexis никакого противодействия не наблюдается. Ожидаемого противодействия. Вообще, нужно было посмотреть, что там на HLTV.org происходило по ставкам. По ставкам, по процентам. Так, я пока, наверное, все-таки еще раз зайду в статистику и посмотрю, что же у нас вытворяли ребята из Anexis. Так, ну вот с нипами они сыграли 16-12 эту карту. О, там написано Nuke VE, но на самом деле мы знаем, что это Nuke SE. В принципе, разницы особой нет. Смотрим. Так, граната на плен. Чек мейн от Кенниса. Чек ангара. Никого не заметил. Там уже, по-моему, лег дым сейчас от NBK, как я понял. Да-да-да, изолируют ангар. Посмотрите, здесь аркада за красный есть. На случай, если кто-то будет играть агрессивно. Вот NBK сейчас не... Оп, увидел голову, и это халявка. Халявка для NBK. Если сейчас может убить. Вот он видит текстуру. Видит то, что чувак ходит справа, слева. Давайте смотреть. Это будет open фраг, скорее всего. Но он не попадает по голове. Взлетает граната. Ника хейлит, конечно же. И в этот момент тиммейты Very Games атакуют на нижний плент. Пытаются занять рампы. Уже вышли даже до желтого. На рампах сопротивления тоже нету. Anexis играют перегруппировку по позициям. Нили, посмотрите, вообще зажался в нижнем. Existence уничтожает Ника. Ну и Very Games имеет, в принципе, сейчас такой неплохой контроль карты. Посмотрите, хотят по максимуму разыграть эту ситуацию. Будут играть подсадку на девятку с угла. Бомба также, наверное, туда подсадится. Просто пока непонятно, Кеннису подсадили. Сразу минус. Глейв почти спалил. Existence действует с девятки. МСЛ отрезает. 3 в 4. Едва-едва не совершает ошибку ВГ. Скрим закрепил. Закрепился на пленте. Вместе с бомб кэрри поставлен пакет. И Anexis, наверное, пойдут сейвить. Как я понимаю, на выбивание не пойдут. Не, ну просто зачем нарушать там тренд, заданный самими же, да? Засейвили один раз вдвоем в ситуации в похожей. Можно здесь сделать то же самое. Ну и, в общем-то, у Anexis вырисовывается дырка на рампах, как я понимаю. По статистике пока никто особо сильно не отличился.
Вот интересно, досейвит этот девайс или нет. Пока скучновато. Пока скучновато, откровенно скучновато выглядит эта встреча. Ну, как-никак за третье место. Возможно, Анексис не испытывают жесткой мотивации ее играть. Хотя для такой команды, знаете, с игроками молодыми, вот Pimps, Glaive, уж точно молодые ребята, МСЛ, Ника, Нилли, новые лица, да, у них должно быть много мотивации, чтобы лучшую Source команду отделать. Ну, в прошлом лучшую Source команду, топ-2 мира все-таки тоже хорошо, но на этом чемпионате эти парни борются за третью строчку, как раз-таки с датчанами, и респект команде Virtus.pro за то, что удивили нас своей игрой и уронили в Эри Геймс, скажем так, в матч за третье место. Ну, вот Virtus.pro сейчас, наверное, разминаются. Должны готовиться. Так, тут, как видим, Нили вышел в пуш с рамп, разыграл радио в свою пользу, дает уже второй фраг, пытался его закрыть, экзистенс не получилось, пистолет от Нили и не зашло против скрима. Вот со скримом, конечно, сложно стреляться. Экзистенс в ассисте, 3-4, в меньшинстве французы будут продолжать разыгрывать этот раунд, пока у них контакт на рампах очень-очень плотный, и они, по-моему, оттуда не хотят уходить. Кеннис убивает Ника и смотрим на НБК. У нас проходит вангар, зачем, не ясно. Не пошел вниз, по непонятной причине, пим в каналках. Видимо, это выход под девятку, как я понял. Хотя нет, нет, в Эри Геймс просто ждут ошибок. И вот она, ошибка, Glaive вышел на инфу и сразу получил. Вот было у Анекса численное преимущество, но из-за грамотных действий команды в Эри Геймс, вот под девятью, как я понял, разобралась. А, тут еще, ой, тут вообще АВП на АВП. Ну, у Анекса сейчас проблемы. Но остался еще Пимсна, как бы, который может сыграть. И Анексис пытаются на верочку сейчас взять апленд. При том, что посмотрите, как бы, что делают в Эри Геймс. Это затуп, это затуп. Если Пим сейчас не уйдет, это будет сбор вместе с МСЛ. Они двоих должны просто... А, ну он не залезет на лестницу, да, его не увидели. В итоге выход НБК минус Пимс. Где же ты у нас, МСЛ, в плинте? Ой-ой-ой-ой, не приняли. Не повезло. А скрим еще взял и разбился напоследок. 8-0. Первая половина за командой в Эри Геймс. Супер интересный матч. Пока. Неинтересный, как вы понимаете. И все очень... жестко. Просто мега жестко. Ну, а мы продолжаем смотреть встречу. Ну, сейчас, наверное, будет очередной раунд от Эри Геймс и очередной выигрышный раунд для Эри Геймс. НБК в попытке запрыгнуть на трубу. Ну, вот этот парень с первого раза все делает. Мне интересно, их менеджер умеет запрыгивать на этот баллон, на эту цистерну. Так, Пимп. Не забрал себе АВП. Вот НБК в поисках пимпа. Ну, не в поисках пимпа, в поисках вообще энеми. Как видим, дефенс у нас рассосредоточен очень интересно. Даже после серии, как бы, минусов в стане защиты все еще удерживают ключевые позиции. Ну, вот первый минус за Смитсом. Открылись на железо снова от желтой. Кстати, ВГ проходит весьма интенсивно на рамп всегда. В итоге решают сыграть бэк на ноль, чтобы озадачить соперников оставшихся. Ну и попадают здесь на Ника, который забирает красного скрима. Но на больше, естественно, его пистолет здесь просто не потянет. 9-0 в пользу французской команды. Пока первая карта вообще спокойно в копилку в Эри Геймс падает. Да и вообще, с учетом того, что за атаку ВГ играют с таким результатом, я предполагаю, что Анексис бороться вряд ли начнут во второй половине. Но все зависит от того, сколько здесь еще возьмут. Пока еще не все потеряно у датчан. Если взять сейчас два подряд, можно... Ну, экономику, конечно, не сбить будет, как бы, да, но можно... Вообще, Анексис нужно просто взять раунд. Вот они возьмут раунд, и у них все будет нормально, более-менее, как бы они начнут справляться так. А тут, как видим, в Эри Геймс снова просто... Я не знаю, как это... Да, французская армия под предводительством, не знаю, бельгийского Наполеона, которая просто бежит. Вот парни играют раунды а-ля бегу-стреляю, как бы, да, и разыгрывают только сложные ситуации. Медленно. Ну, как видим, нормально пробежались по улице, зашли по 9, так хорошо взбодрились, да? И в итоге их спокойненько пытаются сейчас принять. Анексис пушим в спину. Минус 2 от Glaive. Разменял своего тиммейта. Ситуация 3 в 2. Вот оно меньшинство у Анексис. Но ситуация для ВГ, тем не менее, сложная. Они заперты на пленте, по сути. И 2-3 флешки нормальные. Да нет, двух флешек, в принципе, хватит, чтобы сейчас здесь в защите выйти, открыться. Бомбу, кстати, не дают поставить. Это бонус. Смитс выжидает каналку, как видим, за бочкой. Стрейфится скрим против вилки. И Кеннис выжидает, естественно, стяжки от пимпа. Бомба ставится, открывается у нас, как видим, пимп. Но бомба под дымок поставлена, поэтому...
Пимпу тут уже не судьба что-то было сделать. Пытаются поменять позиции немножко своей в Games. У них это получается сделать. Под дым открывается Глейв. Знает, что один за бочкой. Десантится на него Пим. Проигрывает перестрелку. И остается Глейв, с которым разговор у Смитса короткий. 10-0. Мне жалко этих парней из Дании. Очень-очень жалко. Но на самом деле им просто не повезло. Вот. У них такой расклад. Они стыковой матч выиграли и попали в полуфинал на НИП. Вот вы молодая перспективная команда, вам интересно играть, и вы оп, и такой гнам-гнам стайл. Попадаете на команду ниндзя в пижамах, и вас просто переваривают. После этого вы попадаете в матч за третье место, а там топ-2 мира, а не Virtus.pro, как вы рассчитывали. Вот у Anaxis, наверное, сейчас в голове карнавал, просто карнавал. Они могли, в принципе, такому раскладу расстроиться. Вот, но Нюк это карта... Games. Кстати, трейн вычеркнули датчане, и по инициативе датчан будет играться карта Мираж CSGO, которая, кстати, вторая. И если вы помните, то именно на этой карте Virtus.pro вообще не дали ни единого шанса коллективу из Франции, обыграв со счетом 16-4 или 16-5, что-то вроде этого. Так что будем смотреть. Так, подсадка в девятку, и смотрим на Глейва из по 9. С окон застает врасплох Смитса, но подсадка была осуществлена, поэтому до конца будут доигрывать. Играют, кстати, от скрима. Оп, спачка сразу в Глейва залетела. Аплен чекает очень внимательно, играет на будку. Открываться пока что не собирается. Ждет пуш с рамп. Экзистенс в этот момент халдит у КТ красного на улице. МСЛ плент. Ну и в сложной ситуации. Вот в первый раз за 10 раундов оказываются ВГ. Ну и, видимо, ее они тоже хотят разыграть на Верочку. Так, пока что интересная флешка вообще от скрима. Для чего она была брошена, непонятно. А, ну он боялся ящика, боялся позиции за ящиком. Ну, вот почекал. Почекал, все нормально. Экзистенс в каналке роняет. Нилис девятки должен был открыться. Скрим, но скрим падает. В каналке палится Экзистенс. И смотрим. Ставится бомба Пим. Здесь должен, по сути, его успевать забирать. Да-да-да, вдвоем запушили под звук бомбы. 10-1. Ну вот то, что бомбу, конечно, слышно, как она ставится, это вообще интересный расклад. Просто очень-очень интересный. Как в поинт-бланке, знаете, вот. Жесть. Достали бомбу. Не, ну в ПБ дефуз, а тут, конечно, достаете бомбу, и вас просто сразу пушат. Вообще, в ситуации 1 в 2, когда два чувака с вентиля, у вас шансов крайне мало. Если у парней хоть какая-то инфа есть, то они одновременно просто падают, и вам на планте особо сильно не выжить. Ну, если только вы не разводите специально, так что дополнительное средство развлечения для игроков нападения тут. Таких на опыте, которые любят поиздеваться над соперником. Ну что, 10-1. Датчанам нужно еще 4, чтобы хоть как-то выровнять ситуацию. И не, ну им нужно еще 4 раунда взять, да, и потом в паузе, в перерыве между половинами сходить в церковь помолиться, как бы, да, за пистолетку. Так вот это делают футболисты одного из украинских футбольных клубов. Скрим. Открытие на рампах, очень успешное. Ника на размене. Из-под 9 должен был сыграть, но не сыграл. 3 в 2, и девятку спалили, минус от NBK. Шатает просто здесь все и всех. Ну и минус 3 от NBK в завершении. Ну, пока что команда Варигеймс просто издевается над своими соперниками из зданий. Играя каждый раунд а-ля беги стреляю. Спокойно, при том, что парни проходят улицу, заходят под 9, раскидывают рамп, делают open фраг. В меньшинстве вообще идеально стоят. Ну вот кроме того раунда 3 в 2, когда остался скрим в девятке и не смог сыграть против плента. Экзистенса заперли снизу. Ну и в таком темпе пытаются продолжать ребята. Фаст раунд на аплент, no flash, no хае, no smoke, вообще без всего. Просто выходят пустые, тупо на стрельбе, и у Anaxis был бай. Все, там, по-моему, давай до свидания, экономика. Ну, уже давно. О, господи, эти чуваки еще. Понимаете, вышли на плент, перестреляли 5 чуваков, еще и бомбу умудрились поставить. Давайте посмотрим на статистику, просто познавательно. Смитс 15 на 6, 5 MVP, 3 MVP, скрим 10 на 5, 41, 30 очков, 2 фраг-лидера команды Варигеймс, Экзистенс 12 на 10, ну и остальные тоже в плюсе. 11 на 4 идет Кеннис, NBK 10 на 3, а вот у Anaxis... У Anaxis пока что... Ну, вот убивают. У них убивают, видно. А тут пока что интересный прогрев в мейн. Минус MSL, лол. Попытка пуша с рампа от Anaxis. Попытка вообще всеобщего поджима, как я понял. ЛСА и с рамп жали. И это все заканчивается вновь в пользу команды Варигеймс. Ну, все здесь. Здесь просто до свидания первая карта. Видимо, Варигеймс куда-то спешат, как я понимаю.
вполне возможно, что у них сегодня запланирована какая-нибудь воскресная пьянка, и они заказали в каком-нибудь прикольном французском ресторане столик и опаздывают к своему заказу, и в связи с этим, наверное, бегают, как бешеные. И отстреливают все и вся. А может, просто Анексис не создает такого давления. Хотя, судя по уверенности, я думаю, может, на Мираже ситуация, конечно, не повторится. Но, вполне возможно, что в Эри Геймс сделали выводы после матча с Virtus Pro и сыграют более уверенно. Тут, как видим, снова свободный выход от Эри Геймс. На этот раз против вообще там фанбая, скажем так, от защиты. Фанбай закончился, конечно, вот минусом от МСЛ. А тут еще Нилли пытался здесь нарезать как бы. Но и он тут тоже не выжил. Ой-ой-ой, зажим НБК. Минус 2. Ну, минус 3 давай. Нет. Оп, Кеннис помог. 14-1. Все. Ух, Габелла. Можно, наверное, это, да? Можно уже вторую карту ставить. Так, финал на лане будет. Да, конечно, на лане. Вот с пингом 50. Ну что, Good Health. У нас сейчас будет таймбрейк небольшой, да? Перерыв между половинами. Хотя он достаточно быстро закончился, и никто не стал выжидать. Ну и перед второй картой, наверное, идут в короткий перерыв. Ну и статистика первой половины говорит вам, я не знаю, она говорит нам, что Virtus.pro просто сейчас унизили датчан, вообще по-страшному. Прошли рестарты, ну и эта карта, наверное, закончится в два раунда. Как-то кисловато, конечно, датчане сыграли. Вот можно было лучше. Ну давайте смотреть, что будут делать. Три инсайд. Крыша Ника, пимп, скрип и попыточка открыться с радио на рампы, постреляться. Ну, на рампах тут все схвачено. Смитс по 250. Вообще защита купила все практически по 250. Нет, только у Смитса или у всех. Вот атаки, конечно, хорошо теперь с глоками. Кстати, глок бешеный. Вот реально бешеный. Просто бешеный ствол. Его надо резать. Не, ну он бешеный, когда вы играете с тикрейтом 64, потому что с пульки можно там попадать плотно. Так, ну тут что, НБК зачекал выход будки, дал хае, и гранатка-то посмотрите, как приземлилась. Сразу минус. Ну, короче, 47-48 оставили. Кеннис по инфе, запер МСЛ. По звукам не лишь ждет пуша с каналок, но суппорт оттуда вряд ли пойдет. ВГ там, наверное, сейчас будут перестраиваться под мейн. Да, под мейн перестраиваются два парня. Нет, нет, только Existence один. Синхронно выходили. Нили, минус 3, минус 4 от Нили просто с одной позиции. Смитс 1 в 2. Вот это лол. Вот это герой дня просто. Посмотрите. Ну, это эйс надо делать. Надо делать эйс. Хотя я сомневаюсь, что после эйса получится потащить. Не, ну, для команды плюс, когда есть эйс, но тут не сработало. 10 хп осталось у Нили после четверых соперников. Неплохо. 14-2. Пистолетка за Анексис, но в Эри Геймс дали им еще поставить бомбу. Там сейчас будет плотный бай. ВГ же, наверное, сыграют пару эко безопасных. Я надеюсь, они там фаниться не будут. Хотя по 250 можно взять. $300 стоит, не 500. Нормальный расклад. Кстати, в эти выходные, если я не ошибаюсь, была скидка на CSGO 50%. Такие вот дела. Так, давайте смотреть, что делают Анексис. Ну, они тоже играют раунды, как я понял. А-ля бегу-стреляю. Как бы никого не замечаю. Раскидка достаточно банальная. Просто дым в мейн. Вышли, поставили бомбу, никого не увидели. Будем стоять, ждать защиту. Но дефенс, наверное, будет играть не так, как мы все думаем. Я вот что тут вспомнил. Не кажется ли вам, что здесь очень-очень удобно от этого угла подсадить игрока атаки, чтобы тот зашел в девятку? В таких ситуациях. Можно было бы поиздеваться. Вот в Эри Геймс, наверное, до такого бы дошли. По-любому. 14-3. Отыграли. Отыграли с одной потерей. Все-таки датские. Я не знаю, как их там. Викинги можно назвать. Датские викинги или... Не, викинги в Норвегии. Хотя без разницы. Кто там у датчан? В датском королевстве. Крутой. Так. Анексис. Ну, очередной раунд. Без какой-либо плотной подготовки. Вроде... Нет, пытались, как я понял, сыграть быстро, но решили не рисковать. Просто было похоже на первый, как бы, бай, да? Там побежали на А, прошли к скрипу, но здесь уже думают не рисковать. Сейчас будет попытка... Ну вот у защиты интересная попытка угадать направление атаки. И они практически угадали. Так, на инфу первый выходит Смитс. Радио пимс минус НБК. Запушил в спину Смитс. Запушил почти удачно, но попал тут в перекрестный огонь. И как видим, Ника в принципе с пимпом здесь отвлекли. Пимп отвлек внимание на себя. Ника смог дать два фрага и
остался последний скрим. Ну, он, наверное, церемониться не будет. Хотя, не-не-не-не-не. Скрим еще хочет бонусов, но Анексис не хотят, чтобы у него были бонусы. Поэтому одна граната и 14-4. Ну что, важный раунд для команды Анексис, друзья. Все или ничего, камбэк или не камбэк. Я напомню, что команда Very Games испытывает определенные сложности с ровной игрой во вторых периодах встреч. Кто помнит встречу с командой NIP в рамках ESEA Лиги, тот, наверное, не забудет никогда камбэк там 14-0 от команды NIP. Во втором периоде встречи. Вот в первом там Very Games так старались, так нагибали. Скрим принимал по минус 3 просто на рампах. Уничтожал улицу. Делал по минус 2 в раунде очень-очень важных. И первая половина заходила просто к Very Games правом в руки. И карта вроде бы им почти досталась. Но вот тут NIP перешли за защиту и понеслась. Как бы. Такие вот расклады. Так, Анексис. Попытка сыграть 3-2, 3 дом, 2 улица. На радио уже один сдох. Нормально. На радио сдох второй или нет? Нет, сдохла улица от Кенниса. И на плент открывается Глейв с мейна. Забирает NBK. Проходит к будке. Невнимательно играет Existence против него. Не обратил внимания вообще, по-моему, на инфу от оппонентов. И Анексис открывает цена. А ситуация тем временем становится 3 в 3 при этом открытии. И у ВГ есть проблема. Одна огромная проблема. Но они особо сильно не парятся. Разыграют, наверное, с мейна. Да-да-да, Смит зайдет с мейна. Кеннис... Так, а тут Смит, Скрим вдвоем, а Кеннис будет давать флеш. Смит сыграет на чек, как видим, пытается увидеть что-то первое. Падает Кеннис. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну вот она, подсадку сыграли, Глейва подсадили, как я понял, профукали этот момент. Либо обошел. Но это не важно, в итоге минус как бы есть, и Скрим остался 1 в 3. Но тут надо делать сейф. Тут надо делать сейф и на следующем раунде пытаться что-то предпринять. Как видим, у Very Games с выбиваниями тоже проблемы есть. Сейчас... Так, Скрим еще МСЛ услышал. Так, смотрим. Да, МСЛ услышал Скрима. Успел. Да, он его видел и поставил все-таки хедшот. 14-5. И Анексис начинает потихоньку собираться. Видимо, все-таки реально у французов есть какие-то трудности в игре за защиту. Или вообще во вторых половинах. Просто как бы от этой команды... Странно такое видеть, странно. Оппонент не особо на самом-то деле крепкий для них. Но это лично мое мнение просто. Я датчан еще пока не видел там неописуемой какой-то великолепной игры. Пока смотрите, проход по улице. О, пимп, МСЛ, проход в ангар, Ника... Оставили, с нуля будет действовать Нили. Ну, выход под 9. Ну, как французы разыгрывают. Стараются сейчас быть максимально гибкими. При том, что этот выход на 9 можно разыграть вообще на 5. И Existence, Кеннис! Вот сейчас еще Existence смог вообще накрыть двоих. Все было бы замечательно. Ника получает пачку на мейне. И два игрока остаются на девятке. У Very Games есть инфа, у Кенниса есть АК, Скрим с мейна. И если Скрим... Да, все, Скрим поменял позицию, закрылся от мейна. Играют на одну точку. Единственный минус в этой ситуации для ВГ, то что бомба осталась у Анексиса. Естественно, с бомбой они будут играть по своей инициативе. Ну и посмотрите, под флеш выходят на будку, дают фраг сразу с опеном. И просто без шансов для ВГ. А тебя так славно укрепили. Видимо, флешки не ожидали они с девятки и не ожидали такой наглости от Анексис. 14-6, и у Very Games сейчас будет бай. Уф, ну, либо это 15-й раунд, либо это снова минус экономика. По сути-то, как-то не очень все это выглядит. Я не понимаю, чего здесь не понимает Very Games. Кстати, я хочу сказать, что если я не замечаю кого-то где-то в темном угле, не вижу, извините меня, пожалуйста, потому что у меня сегодня перестановка мониторов, и я, как понял, перепутал провода и мониторы. Ну, либо провода, либо мониторы, то есть это не важно. Настроить в итоге не смог. Так, Анексис, попытка выйти в улицу. Вот тут сейчас так выходил хорошо на контакт. Игрок защиты не получилось. Закрыл все-таки Глейва. Existence ушел. 38 хп у него осталось. Атака, как видим, пытается выйти на МСЛ. В качестве опенфрагера Ники с ним в сплите через будку вылез. Вот это вот, конечно, трюкачи каскадера датчаня. Ну, Яплен занимается. Анексис, МСЛ падает от каналки. Мне интересно, его слышали. А, ну тут Existence, если что, закроет. Смит на рампах, NBK, чек с девятки. Кенни ждет улицу, Скрим ставит по MSL. Ну и 5 в 2, тупик для Nexus. Давайте посмотрим, как сейчас сыграет Глейв и Ника. Так, Ника уходит, Глейв.
Вот Глейф, если убьет, на нижнем можно будет оттолкнуться от минуса. Вообще, срочно нужен просто фраг. Сейчас Анексис и дает. Глейф фраг, убирает бомбардира бельгийского в стане французского коллектива. Но Смитс его сразу же, естественно, накрыл. Ну и тем самым практически взял раунд. Просто бомба там осталась лежать. Ник, естественно, уже не пойдет. 10 секунд остается до конца этого раунда. Ну и это пятнашка для Варри Геймс. Все-таки не будет здесь счета 16-14 и какого-то напряжения. Ну вот Анексис на морале, наверное, постарались просто пару раундов взять. Как-то побегали. Ну тоже просто попытались сыграть свободно, да, но агрессивно. Не особо там, да, не вдаваясь в подробности игры оппонента. И побегать у них также, в общем-то, не получилось. Ну, неудивительно. Карта все-таки ВГшников, на самом деле. Мне бы вот интересно было посмотреть на Virtus.pro нюк против Fairy Games. Что бы там было, вот как показатель. Вот, чтобы они сыграли нюку. Вообще, сегодня НИП ВП, так что забьем на Fairy Games. Этот матч мы смотрим просто потому, что его поставили перед матчем за первое место. Комментировать мы его не собирались, но просто посмотреть, заценить, что как можно. Смена сторон была? Нет, не была. Просто так вот 15 берут в Fairy Games за одну сторону. Прикинь, и в первой половине сразу. Зачем играть за атаку, когда можно играть за защиту? Тут просто пишут, нет, конечно, они до 100 играют. Ну, я думаю, что французы могут и до 100. Им без разницы, по факту. Ладно, здесь уже потери при выходе на... Теперь значительные потери. Теперь ой-ой-ой, какие потери. И 2 в 2 с помощью Глейва делают. А на Эксис попытаются потащить в этом раунде, но что-то мне подсказывает, что сейчас Смитс убит. А, тут еще. Да. Да. Ну, короче, это 16... Какой там был счет? Короче, это 16-6. Как видим, меняется карта. У меня она закачивается в воркшопе. И я к вам вернусь после небольшой рекламной паузы. И мы продолжим смотреть матч за третье место. Demirage.